Четыре команды в спортивном зале Гайкадзорской сельской школы соревновались в перетягивании каната и сложной эстафете. Первый этап эстафеты – задание «Змейка» с мячом вокруг фишек. Следующий участник команды должен преодолеть дистанцию на ведрах. Здесь учитывают ловкость, скорость и аккуратность. Третий этап – дистанция в противогазе и разборка автомата. Задача четвертого спортсмена в команде – собрать автомат. Весь комплекс подготовки до призывной молодежи к службе в Вооруженных силах России – прообраз, существовавший в Союзе начальной военной подготовки. Физические нагрузки и соревнования помогают сохранять и поддерживать хорошую спортивную форму и формируют положительное отношение к здоровому образу жизни.